Ивановская областная прокуратура подвела итоги работы за минувший год. В целом показатели неплохие, особенно для такого непростого для страны года. 2014 прошел под эгидой постоянного мониторинга ценообразования, борьбы с коррупцией и контроля за работой правоохранительных органов. В результате совместной работы правоохранительных органов в регионе с 56 до 58% повысилась общая раскрываемость преступлений. На 8% выросла раскрываемость убийств, а их количество снизилось почти на треть, с 76 до 54, то есть минус 29%. Также улучшилась раскрываемость тяжких преступлений, преступлений небольшой и средней тяжести. Снизился удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними. Наркопреступлений выявлено и пресечено на 30% больше, чем в прошлом. Прокуроры уверены, такая положительная динамика во многом их заслуга. Ведь надзор за работой правоохранителей усилился. Доля проверенных прокурорами дел оперативного учета постоянно растет. На 16% увеличилось количество выявленных нарушений. Выросло число оперативных сотрудников и их руководителей, привлеченных по представлениям прокурора к дисциплинарной ответственности. Работа на данном участке ослабевать не должна. Необходимо заставить поднадзорные органы реально, качественно и эффективно выполнять поставленные задачи. За отчетный период в прокуратуру области поступило более 20 тысяч обращений граждан. Каждое четвертое удовлетворено. Задачи ведомства на этот год сотрудникам прокуратуры обозначил главный федеральный инспектор по Ивановской области. Приоритетной задачей должно стать обеспечение социальной стабильности. В поле зрения прокуроров постоянно должны находиться вопросы соблюдения законодательства, о гарантиях социально уязвимым категориям населения на социальное, медицинское, лекарственное и жилищное обеспечение, защита прав граждан на своевременное получение заработной платы, устранение правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прозрачности и обоснованности установления тарифов по оплате ЖКХ. В качестве первостепенной задачи речь идет в настоящее время о мониторинге цен на социально значимые товары, лекарства, с самым пристальным вниманием к рынку труда и поддержки самых незащищенных групп населения. А в преддверии празднования 75-летия годовщины Победы без внимания надзорных органов не должно остаться ни одно обращение ветеранов войны и членов их семей. Реализация прокуратурой поставленных задач в регионе уже началась. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.